Южный Урал приготовил подарки городам-героям России. Златоустовские оружейники выковали авторские мечи, покрытые золотом 999 пробы. Каждый инкрустирован полудрагоценными уральскими камнями. Темно-красный гранат символизирует кровь, которую проливали за родину. Голубые топазы – мир. Своя символика, которая наносится на щите. Герб, который наносится на щите непосредственно. Этот меч предназначен для старого оскола. На основании рукояти щит с гербом города воинской славы. В левой части – серебряное ружье, в правой – золотая саха. В длину он более метра, вес свыше 5 килограммов. Клинок украшает дарственная надпись, а на обратной стороне высечена цитата Александра Невского. «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». Цельнометаллические ножны украшены орденом Победы и изображениями русских полководцев. Камни, драг камни, сталь, металл, латунь. То есть полностью ручная работа. То есть это не штамповка, это все делается вручную. Разделка никель, золото, чернение, метод чернения, да. Южный Урал передаст мечи Москве, Санкт-Петербургу, Волгограду, Новороссийску, Севастополю. Всего более 40 экземпляров по числу городов воинской славы.